Всем привет! Сегодня я взяла в магазине в нашем вот мандаринки. Вот такие красненькие яблочки. Пироженки к чаю. Вот такие сосисочки. Венский дым-дымыч. Переложила вот в пакетик. В другой, потому что они почему-то были такие немножко мокроватые. А так хорошие. Купила вот такую колбаску. Такая неплохая колбаска. Я уже все разложила в холодильник и купила еще сыра. Вот такой кусок. Вот. Купила вот этого молока еще красного. Мы всегда его берем, нам оно нравится. А вот брала вот такой в пачке. Вот почему-то мне оно не понравилось. Какой-то оно такой жидковатый, какой-то на воду больше похоже. Вот. И еще я купила, я их называю бомж лапшой, суп быстрого приготовления. 6 штук таких взяла, 6 штук таких. И иногда, когда ничего не хочется, мы их завариваем и кушаем. Вытащила я из морозилки, в общем, вот такую ляжку козью. В общем, она разморозится. Я хочу что-нибудь перекрутить через мясорубку и посмотреть, что получится. А вот. И здесь у меня, значит, стоит вода, как всегда, потому что воды вечно не бывает, отключают. Ну, тут баночки помыла. Довязала вот я своей дочери платье. Постирала, вот повесила на вешалку. Вот такое оно получилось, но дочери нет дома, и, ну, как приедет, вот, тогда померяет, и, может быть, я на ней сниму, как оно вообще сидит. В общем, здесь я немножко горловину обработала крючком. Вот так, ну, в общем, вот так подмышку тут пришила хорошо. Ну, в общем, так неплохо вроде бы. Я уже его постирала, оно немножко вытянулось. Ну, так, ну, неплохо, в общем. Посмотрю, как оно будет на ней сидеть. Вот. В общем, вот такой вот у меня получилось платьишко. Как снять, чтобы вам не помещается никак. Вот так где-то. Вот. Маршрут построен. Куда построен? А? Заехать вот туда, где высшая лига, там развернуться и по мосту туда проехать.